Крупное ДТП случилось сегодня на Темиртауской трассе. Здесь столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси. На кадрах видно, что лобовое столкновение произошло между автомобилями «Шевроле» и «Тойота». От столкновения легковушек пострадала и маршрутка, которая направлялась из Пришахтинска в город. В результате ДТП погибла женщина, и еще двое были госпитализированы. Подробности аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.